Представьтесь, вас как зовут? Людмила. Людмила, скажите, пожалуйста, вы за рулем до много? 2005 года. 2000, то есть водитель со стажем. Угу. Вот расскажите, вот ситуация такая вот у вас неприятная произошла, вы водитель машины Audi. Скажите, вот как вы относитесь к тому, что водитель некоторые ездят в состоянии алкогольного опьянения? Отвратительно. Я отношусь. Считаю, что нужно таких вообще пожизненно лишать прав водителей. Понятно. Ну, и... а в принципе, вот те рейды профилактические, которые ГИБДД проводит, они обоснованы, очень как вы считаете? Обоснованно, да. То есть, согласны, нужно чаще что надо бороться. Нужно, да, наказывать таких водителей. Если он раз лишил, это хорошо, что машина, а если бы он нас кого-то сбил на пешеходном переходе. Вот и все. Это моя гражданская позиция.